У нас сейчас весенняя пора, и все мы знаем, что иммунитет организма ослабевает. О том, как поднимать иммунитет, наверное, все слышали, да, это прием витаминов, прием побольше зеленых листьев салата, овощей, фруктов и так далее. Но вот о том, что есть местный иммунитет кожи, знают не все. Местный иммунитет кожи зависит от многих факторов, как от внутренних, так и от внешних. И, к сожалению, он тоже имеет свойство ослабевать. Как его поднимать? Иммунитет кожи во многом зависит от правильного домашнего ухода. Поэтому правильно выбранный домашний уход и качество соблюдения его в домашних условиях, выполнение регулярное, позволяют нам поднять иммунитет кожи и сохранить его на долгое время. В косметологических кабинетах мы тоже можем помочь поднять иммунитет кожи. К сожалению, иммунитет падает не только от внутренних факторов, но и от внешних. И из-за того, что понижается иммунитет кожи, присоединяются различные проблемы, начиная от самых банальных дерматитов и заканчивая сложными формами акне и розации. После лечения и для предупреждения каких-то проблем с кожей необходимо выполнять ряд процедур у косметолога в кабинете. Такими процедурами являются легкие пилинги, которые стимулируют работу иммунитета и деление клеток. Такой процедурой являются также и микротоки. Микротоки – это лидер среди процедур по повышению иммунитета. Это абсолютно безболезненная процедура низкочастотными токами, которая позволяет нам сделать легкую стимуляцию кожи, укрепить стенки сосудов, стенки кровеносных и лимфатических сосудов, улучшить кровоток, соответственное питание, деление клеток, насыщение кожи кислородом, улучшить лимфоотток, а соответственно и выведение всех токсинов и продуктов распада, которые происходят в коже. Микротоки позволяют нам проработать мышечный каркас кожи, а также поработать с другими структурами и клетками кожи. Микротоки улучшают цвет кожи, укрепляют стенки сосудов, убирают сосудистую сетку с поверхности кожи, убирают неровность цвета, улучшают сияние и цвет кожи, убирают отеки. Микротоковая терапия позволяет нам поднять иммунитет кожи и улучшить все обменные процессы в клетках и в самой коже на длительный период времени. После таких процедур кожа активно работает в течение полугода. И пациент, сам не замечая того, впоследствии увидит уже результат в плане лифтинга, улучшения цвета, сияния и улучшения общего качества кожи.